Телеканал 24 ДОК представляет. Пирелли – компания, которая, как известно, имеет прямого отношения к искусству. Но когда мы слышим Пирелли, мы сегодня просто говорим «фотография». Он невероятно популярен. Все в нашем бизнесе с нетерпением ждут его выхода. Это легенда современности. Более четверти века назад основатель и до сих пор бессменный руководитель этой компании придумал, что каждый год лучшим фотографом мира, среди которых были и Хельмут Ньютон, и Сара Мун, и все великие фотографы мира, каждый год им заказывается календарь Пирелли. 1964. Женщина довольно скромно идет по пирсу в отдалении. 2010. Мокрая и дикая женщина обрывает кору с дерева. Пирелли всю жизнь так или иначе танцует вокруг темы женщин. В прошлом году календарь Пирелли делал Карл Лагерфельд. Всем известно, что Карл Лагерфельд – коллекционер фотографий, сам чудесный фотограф. Календарь, который он сделал, был блистательным. Я доволен тем, что получилось. Замечательный проект, который уже больше четверти века находится в развитии, за которым интересно следить, в котором, как всегда, бывают более удачные, бывают менее удачные попадания, но который живет, который всех интригует. И здорово, что это и поддерживает фотографию, и развивает ее возможности, и дает нам каждый раз по-новому увидеть то, что называется женская красота, потому что, как известно, как наша цивилизация, это понятие изменчивое. Добро пожаловать на сагу о календаре Пирелли. Сагу Кэлла.